知道他在上海租那个知识类的咖啡，他们不可能把员工开到深圳，全是老板，就是他们就没有，基本上就没有中国人。Так, сик, иди сюда. Как узнать, что переводчик является профессионалом? Давайте я вам все покажу. Как работает портативная система для синхронного перевода. Сейчас вы все увидите. Так, это у нас башня Нева Тауэр в Москва-Сити. Это 22 этаж банка МКБ. Мы работаем несколько дней с китайским партнером этого банка, который называется Жэньдян Банк. Вот, проводим клиентские переговоры. Вопрос, как переводить клиентские переговоры? Можно переводить последовательно, но вопрос, зачем? Когда можно сделать проще. С помощью вот такой штучки. На себя надеваем вот такую гарнитурку. Hello. Пожалуйста. Все четко. Надели вот такую гарнитурочку. Каждому из участников закрепляем ее на себе. Каждому из участников выдаем вот такой приемничек. Вот их несколько человек. Да? Здесь сидят обычно наши клиенты банка, которые собираются открывать счета в китайском этом банке. МКБ является партнером. А здесь сидит китайский партнер. Пожалуйста, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10. Все сколько нужно. Все. 0 рублей, 0 копеек. То есть это мой сервис клиенту. Если бы такого оборудования не было, были бы проблемы. Потому что нужно сидеть, переводить на ухо. Это неудобно. Разные культуры. Кому-то не нравится, когда сидит мужик рядом и шепчет на ухо. И прочее, прочее, прочее. Здесь сидишь спокойненько. Все сидят, все рады, все довольны. Качество премиальное. У каждого отличные наушники. Премиального качества. Не говно всякое, как обычно бывает. А качественные Apple-овские наушники, качественный звук, качественная гарнитура, все качественное. Из этого складывается результат, и из этого складывается ценник. Поэтому Дениса зарабатывает кучу бабла. Потому что Дениса всегда готов. Внимать плюс, конечно же, это банк, банковская терминология и прочее, 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 прочее. Но Денис все это знает. Почему? Потому что Дениса с одним только банком МКБ, в котором я сейчас нахожусь, работаю уже сколько? Больше 10 лет. Я перевожу нам советы, все советы директоров, все комитеты, прочее, 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 прочее. Я сделал практически проекты с, практически со всеми банками в России. С топ-банков всех Казахстана, Узбекистана, Белоруссии. Не, Украину я не делал. Да, ну вот, да, Россия, Казахстан, Узбекистан, Белоруссия. Практически все топ-банки от лица консультантов. Много лет работал с Оливер Вайман. Они сделали практически все банковские проекты. Много лет работаю с MasterCard Advisors, где внедрялись крупнейшие проекты по всем банкам России и СНГ. Вот сейчас здесь работаем. Поэтому как, почему меня зовут? Потому что когда заходит разговор о том, как там нужно там детали все технические того, как открывать счет, комиссии, платежи, условия, прочее, 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 вся эта внутренняя кухня, это нужно понимать. Если ты не понимаешь, как это работает, ты просто лоханешься, ты не сможешь нормально переводить, у тебя не будет нормальной терминологии, ты будешь выглядеть полным придурком, ты будешь психовать, нервничать, ты устанешь быстро и прочее, прочее. Поэтому мой 20-летний опыт как раз позволяет мне это делать абсолютно бесшовно. Плюс портативная система для синхронного перевода. Вот такие дела. Вот так это все работает. Это у нас день 2. Всего работаем 3 дня. Да? Они пошли на перерыв, у них сейчас обед. Вот как раз. Вот такие дела. Вот, Дениса крут. Все, приглашайте Денису. Дениса в переводе знает толк. Окей? Все, я пошел тоже чуть покушаю.